началом я искренне прошу подписаться на канал и поставить лайк. Приятного просмотра. Всем здорово, друзья, с вами Дэн. Мы продолжаем играть в Лего Гарри Поттер. Первые по четвертые года обучения. Ну или годы, да, типа. Так, мы, в принципе, прошли первый эпизод. У нас сейчас второй эпизод. И тут у нас вот этот комод, и нам нужна одежда. Да, она нам просто помахала, прикольно. Ну-ка. Опа. А, да, и вот, он нам даст свои портки. Так, заходим. И это еще не все. О, вот это вот. Мадмуазель, я, кстати, не помню, как ее зовут. Так, так, так. О, почти безголовый ник. А, да, он же у нас будет тут как раз-таки вести за собой. Как раз-таки он нам будет и показывать дорогу. Ага, и тут нам нужно повернуть сейчас будет лестницу. Так, ага, нам нужен Рон и, по сути, его крыса-короста. Ага, вот она. Мы будем как раз играть за нее. И колокол. А, вот тут этот Цербер. Так, так, так. Вот это я прям помню, как будто я играл вот на пиратке уже как бы, ну, вчера, но нет. Так, и вот нам повернули как раз-таки лестницу в нужном направлении. Идем по призрачным деталькам. И нам вот сюда. У нас вроде сейчас будет... Ну, сейчас мы как раз-таки будем по урокам, да? То есть нам вас будут обучать там Ой, господи, язык заплетается. Вергардиум Левиоса, да? То есть будем... Будем учиться... Чтобы у нас вещи парили, да, заклинанию. Так, пока идем по стрелочкам. И тут у нас... Крэп и Гойл, да, у нас там. А, мы сейчас, да, будем спасать студентов. А это у нас, кстати, что за заклинание? А, это же есть, да? Да, да, да. Первый студент готов. Так, 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 так. А тут просто свечи. Ага, мы сломали дерево. Так, змея, 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 змея. А, вот же. Так. Да, вот тут мы, кстати, будет такое частенько попадаться, где мы будем собирать вот такие вот типа лестницы. И это прикольно. У нас как раз таки вот новая система. Тут магия, да, вот тут все дела. Все дела. Так. Так, вот у нас деталь. Так, отлично, второй студент готов. Это, кстати, у нас даже еще пока что не сюжет идет, да, типа. Вроде бы как. А, мы здесь должны собрать. Ага, так, только мне нужно вот вот этого вот туловище. Потом, собственно, голову. И копье. А, он сейчас докинет копье. Готово. Да, вот Вингардиум Левиоса. Левиоса. Кто понял, тот понял. А, золотые... Вот, да, нам еще за это дали золотой блок. За изучение заклинания.
Так, ну все, мы можем, в принципе, отсюда уходить. Да, вот у нас стрелочка. И вот у нас почти безголовый ник. Сэр Николас. А, так. Пока что просто двигаем по сюжету. У нас тут как с Индианом Джонсом, с Индианой Джонсом. У нас тут, в принципе, этот... Тоже свободный мир. И очень много будем его исследовать. Так, секундочку. Так, ребята, я снова с вами. Я уже поставил зеленую детальку. У нас вот, в принципе, по картинке тут собираем. Так, желто сверху. Заходим сюда. Ага, и вот у нас... Вот это я помню, прям вот это помещение. Сейчас нам нужно будет собрать герб. Вон, да, вот, вот тут вот. Так. Помогаем пацанчику. Так. Ой-ой-ой, я его куда-то отправил. Так, туча. А, нам для желтого... А, для вишни даже. И как раз таки котел, который нам пока что закрыт. Так, и что тут? А, и тут как раз таки у нас детальки. Так, собираем две другие половины. И нам открывается дверь. А, это, кстати, у нас столовая. Да, сейчас будет катсцена, как я понимаю. Да, вот у нас Хэллоуин. Вот тыквы висят. А, вот как раз сейчас у нас будет тролль. Во-во-во, да, Квирл вбегает. Да-да-да, тролль. Но на самом деле Гермиона пошла в туалет из-за того, что типа Рон... Ну, там... оскорбил, можно сказать, ее. Вот паника. И они пойдут, да, спасать Гермиону. Прочь из подземелья уровень называется у нас. Да, тут нам нужна, кстати, книга. Это знакомая. Опа, а вот и тролль. Нормально вообще. Просто стену взял, бомбанул. Так, давайте за коросту пройдем. Мини такой. Ну, это даже не лабиринт, в принципе. Просто будем закрывать газ. Так, 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 так. И второй вентиль. Хлобысь. Отлично. Идем дальше. Так, у нас монетки. Вот он идет, идет. А, сейчас он глобус уронит. Так, вот у нас... Опа, один из девяти, но это опять же для какого-нибудь там блока или же бонусов. Ой, так, подождите-ка. Как-то, наверное, вот так, да. Так, мы здесь просто перепрыгиваем. Ага, вот как это должно работать. И вот у нас детальки. А, рычаг, да, наверное, мы сейчас сделаем. А, это трезубец, да, мы сейчас дадим вот это русалу этому трезубец. Он как в гольфе уберет глобус с дороги. Так, ага. Опа, детальки. И что это у нас? А, это лампочка. А, мы сейчас, да, переоденемся в женских персонажей, так сказать, да? Да, вот у нас тут. А, и он дается на время. Значит, быстренько встаем сюда. Костюм девочки, да, это тоже будет, мне кажется, как отдельный персонаж. Так, ну мы вот входим в туалет.
А, и вот тролль у нас, собственно. Да, и сейчас будет, собственно, битва с троллем. Так, битва с троллем. Слышь, ты чучело? Так, у него 3 хп. Как с ним сражаться, я не помню. Опа, один из 7. Так. А, я даже не помню, как мы спасли. А тут у нас монетки. А, мы сейчас будем плиткой в него фигачить, а потом мы это, как его, этой булавой его. Точнее, дубиной, да? Ага, сейчас мы будем ловить. Это мы из Звездных войн уже умеем делать. А, вот так вот быстренько все. Ну, окей, окей. Так, нужно его... Вот так, вот. Так. Так, и чё? А, вот так вот, да, надо было. Всё, вырубили. А, вот. А, вот, да, он сразу Квирла заподозрил. Уровень пройден, разблокирован режим свободной игры. Истинный волшебник. 23%, ну да, мы тут, в принципе, монетки практически не собирали. Всего деталей. Ну, это мы... О, теперь мы это можем... Так, спасение студента есть. Это золотой блок, кстати, дают. Золотые детали. Так, да, 2 блока нам дали. И, в принципе... Да, можем вернуться в дрявый котел, либо же продолжить историю, но я, пожалуй, буду как раз-таки заканчивать вот здесь. Ладно, ребята, я вам говорю, если вы здесь впервые, то можете подписаться на мой канал, поставить лайк, прокомментировать. А с вами был Дэн, всем удачи и до новых встреч. Пока-пока-пока!